Они веревки вьют, лыко липовое вяжут. Эти умения и навыки в семье Сабировых из села Ишимово Октябрьского городского округа передаются из поколения в поколение. Мы сами в детстве, видя своих дедов, бабушек, тоже плели и вили веревки. И на ткацком станке работали, но сейчас потихоньку стараемся, что возможно осталось, восстановить станки, восстанавливаем и продвигаем, как говорится, чтобы молодежь, подрастающее поколение в будущем хоть имели представление, как это все происходило и как жили наши предки, чтобы знали свои корни. Сырьем для изготовления веревок могла служить черемуха или ива, но именно из липы они получались самые крепкие и надежные. И сейчас получаются. Прежде чем лыко вязать, лыко дерут. Потом убирают кору, потом из волокон, сплетая, делают заготовку – нить. Часть приспособлений для витья мастер Исави Сабиров тоже изготовил собственноручно. И из этой нити в три ряда завязываешь один конец, где у нас шестерни, другой конец к саням. И какой длины надо тебе веревку, и такое расстояние делаешь между санями и между приспособлением. И вот начинается скручивание друг против друга, и получается витая вот такая веревка. Толщина веревки напрямую зависит от толщины скручиваемых заготовок, но и веревки потоньше отличаются долговечностью. Вот эти веревки раньше ведь заказывало государство и вили для кораблей отправляли. Корабли там же есть, якорь поднимать вот эти, да, а раньше не было же таких железных. Вот этими пользовались. И бурлаки, которые вот на Волге, именно такими веревками и работали, так скажем. Лапти тоже изделия из лыка. За сезон в старину изнашивали 5-7 пар лаптей. И сейчас, говорят мастера, людей постарше, которые знают, насколько в них удобно, можно встретить в деревне на сенокосе. Но есть ли у старинного промысла будущее в более широком понимании? За нами, за спиной, есть карусель. У нас у себя на площади карусель именно из этих веревок. Они крепкие, очень даже крепкие. Есть еще мочало, из липы готовят. Не только вот липовые лыка, и мочало. Рогожи ткутся именно из мочала, а вот эти рогожи, может быть, даже и в будущем найдут свое место. Почему? У нас уже вот появились заказы, просят, чтобы мы кули такие сделали для хранения овощей. То есть дышит, природно дышит, и для хранения очень полезно. Не то, что синтетическое, а натуральное будет. Выражение «лыко не вяжет» когда-то означало «не справляется даже с простым делом». И пусть сейчас его значение абсолютно другое, вряд ли из-за того, что дело стало непростым, лыко вязать, веревки вить – это действительно не просто, увлекательно и очень красиво.